Так, ну ждем хост, ждем все, 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 что нужно. Так, все, стрим начался, ребят. ВСЛ можете досматривать, ребят, Скарлетт против... Давайте покажу вам, что на Кунг-Фу Капе сегодня будет, на самом деле. Кунг-Фу Супер Лига, если быть точным, называется это все мероприятие. Вот у нас сегодня такой день интересный. Чик против Скарлетт играть будет. Тудминг с Пили-Пили будет с казахстанским флагом играть. Вот, Пили-Пили где-то пока на дне, но пока и сыграно-то мало на самом деле игр. Нужно просто побеждать. Нип Мейджор и Найс Хэс. Вот такие пары нас сегодня ждут. Ну а далее по обстоятельствам будем действовать. Там, в плане стрима сегодняшнего, не знаю, что там где. Так, рекламку надо пельнуть. Так, надо Кунг-Фу Суперлигу добавить в описание каналов. Так, похоже, Скарлетт отсутствует, как бы, ну, вот, что-то не китайцы косячат, не корейцы, блин, постоянно.
Так, пацаны, финал досмотрите в, ну, досмотрите, потому что я уже как бы начинаю другой турнир. Вот. Ну, может, Су, конечно, супер закомбэчит сейчас, но я, честно говоря, сомневаюсь в этом. Так, пошел инвайт, спасибо. Что-то очень гигантское. Опа! Пили-пили Тудминка, оказывается, первая игра. Ну что ж, поболеем за пили-пили-то. Значит, не Скарлет Чик сейчас. Тогда я переименовываю все. Давай, финал, давай, без давай. Может, просто здесь я стримлю официально. Китайцы пустили мастер Колизи меня во все турниры, как бы, ну, за что им спасибо, и нормальные челани. Вот. Поэтому финал досматривайте, как бы там он еще идет пока что. Возможно, последняя игра там будет, но тут уж делать нечего. Так, а чё тут? Чё-то все покинули. Чё-то случилось. Чё случилось? Я чё-то не понял. Я же не понимаю, что происходит. Так, инвайт от Ксиаоза, пошел другой, короче, хост. Ну что же, посмотрим, что будет в итоге. Кстати, сегодня какой-то гаунлет шоу матч еще будет. Непонятный. В 17:00.
Не знаю, что там зашел матч. В 19 отборочный, типа на... Home Story Cup. Ну все, поехали наконец-то. Пили-пили. С казахстанским флагом живет, прав, в США сейчас. Против Тудминга. Скалет что-то перенесли, видимо, Скалет там спит где-то. Хотя какой спит-то? Так. 14 часов. 19.00 получается. Это 13.00 по корейскому времени. То есть сейчас у них... 8 вечера в Корее. Так, ну Бо 5, на самом деле Бо 4 ставлю, что Бо 5. На самом деле здесь Бо 4 система в группах, может быть ничья вообще. Так, ну что тут у нас? Тут Минхату ставит 17-ю гаспул. Пили-пили же решил Нексус первый сыграть. Последнее время, ну, Пили-Пили очень неплохо отыгрывает там в США, то есть постоянно в топчике находится. Вот. Ну, немножечко все-таки не хватает до самого какого-то топа. Ну, не знаю, насколько он тренится. Если тренится Пили-Пили, то, наверное, может тогда и войдет в итоге в этот топ в перспективе. Хотя, смотря что топом считать. Топом здесь получается надо считать топ-3 хотя бы, чтобы постоянно куда-то проходить там. Из Северной Америки. Так, на газ рабочие добавляются. 2 там, 3 здесь и 16 на минералах. Разведка пробочкой осуществляется. Здесь пошла скорость. И третья хата до готовности пула в ущерб королеве получилось. Все, тут понятно, надо уезжать домой. Здесь все видно, все отчетливо. И вообще Пили-Пили любитель был сыграть армаду. Очень часто там в карьеров это и... Такое все дело, вот. Жизнь за Айю. Но. Сейчас это редко играется, на самом деле, все. Зилок Сталкер имеет место. Выстите, погодите. Тут, наконец, вот один овер сюда пролетел. Больше оверов не летит никуда, а там Сталкер пошел. Кто хочет смотреть финал с Innovation, досматривайте. Там идет четвертая карта сейчас. Не знаю, что там за ситуация. Держите в курсе счета меня тоже, потому что... Ну, непонятно. Пока что три игры как-то... Шансов я что-то не заметил для вообще Су. Ну, я думаю, что, в принципе, втащить он может. То есть, если будет камбэк там какой-то жесткий, то это будет удивительно, конечно. У меня большие сомнения по этому поводу. Пили-пили делает чаш, и пили-пили делает Даркшайн. Очень интересный билд получается. То есть, это в стиле адепты с Даркшайном.
Но немножечко по-другому. Немножечко другой все-таки билд. В чем его смысл? Видимо, в ранней агрессии зилками плюс арконами. Здесь у нас Роуч Ворон уже ранее достаточно делается. То есть все это с Роучами будет встречаться. Твайлайт заметил, безусловно, у нас Тудминг сейчас. Ну, не знаю, может быть, это, кстати, грязилки с чажем, плюс дарки, например. Так играли... так, что случилось? Тенши дропает. Так играли... подобно с адептами, как Стрэнджи билды, адептами шатания, а потом попытка дарками поломать, как бы, и зачастую получалось. Походу, все плохо, раз Тенши дропает. Похоже, будет из репки все восстанавливаться. Другого варианта я здесь не вижу. Или продолжение будет. Да, будет, судя по всему, продолжение. Сноу один будет комментировать, потому что они вдвоем там Стэнши комментируют. И очевидно, что да, один продолжит. Так, в третий Никс идет выход от Пили-Пили. Мазеркор прикрывать. Здесь давар в зилков идет. И сколько их будет, эти зилков? Я вижу 6 уже. Там Роуч первых зерк добавляет. Через Силнагу как-то не вариант, по-моему, идти. Вот скоро зила там доделалась, а они вперед поперли резко. Так, а где Роуч? В какой позиции находится сейчас Роуч? Зилки плюс дарки, оверсир имеет место быть, но... ну, так, архоны плюс зилки, подкур будет сейчас, очевидно. Что такое некусто пусть? А, ну все вкладывалось зилотов, но здесь роучи масится и зерк контрит здесь идеально практически все, как мне кажется. Вот, ну не знаю, не знаю. Может вообще не стоит зилотами вперед идти. Очень много роучи. Не, ну будет размен, но такие протсу, в самом начале такие размены протсу, они не на руку. На самом деле, почему? Хотя роучи покрошило, ну, очень много. Сейчас они еще спускаться будут с этой рампы кривой. Еще рабочую пару, ну, забрал, пили-пили. В принципе, если не считать лимит в целом, все нормально. Боевой зерк лимит имеет больше намного, но это нормально, когда в роучи таких ранних он играет вообще. Туморы подшатал немножечко, от Роучи уклоняется выстрелов. Вот одного тут пытается забрать пили-пильчик. И забрал одного Роуча, да, вынужден вернуться назад призмой. Можно, конечно, в тылу там пошатать сейчас. Полететь. Здесь у нас и дарки, и архоны, и Мортлут номер один готов, сейчас номер два будет. Роуч приходит, вполне достаточно, считаю, тут хотя, смотрите, достаточно. Вроде как здесь-то достаточно, но в целом, если лимит посмотреть, у пили-пили какой-то дико печальный лимит складывается. Так, да, варп еще прилетает, еще архуна, одного пили-пили потерял. Что творится-то? Что он вышел из уверчажи, кривейший контроль сейчас какой-то пошел. Зачем так было вылезать-то, если собирался драться? Короче, пили-пили сейчас пошел вперед, но отдавался, в итоге пытается под уверчажами здесь справиться. Не, ну пока справляется вроде как, но как только архоны будут потеряны, будет очень печально, кстати. Нету уверсира, дарка в арфане, неужели пили-пили не видят, что уверсира отсутствует? Один дарк здесь уже перевернет на самом деле ситуацию, не слабо в пользу протца. Имморталов контролят, все контролят сейчас. Но имморталы падают, дарка в арфане. Дарка, варп, они не варпят пили-пили никаких дарков. Уверчаш готов сейчас. Кстати, уверчаш можно пильнуть. Пили, уверчаш, пилит, уверчаш не пилит.
Пили-пили, не пили, завершаешь. 85-135, и все печально, ребят. Innovation 4-0 суминуснул тем временем. И это до свидания. Давайте смотреть Кунг-Фу Кап. Ну что-то пили-пили, здесь тоже не может отбиться. Ну-то бывают такие затупы, когда ты, имея дарков, например, не понимаешь, ну, что в данный момент они могут как бы пригодиться, но на нормальном уровне такого быть не должно. Вот в данном случае пили-пили просто варпануть пару дарков. Все, у него появится время для того, чтобы варп хотя бы один провести и юнитов собрать. В итоге он Нексус теряет, и это ГГ. Конечно бы Оверсира быстро бы добавил бы здесь Гудмин, скоро нет, но одну хотя бы волну продержаться и все. Ну он здесь вот эту вот, или бы Оверсира скорее всего, овера. Сентри голые с эморклами, сентри моментально уничтожены, эморклы пока держатся. Контроль идет. Ну это 1-0, ждем ГГНчика. Надо собраться, пили-пили. Начал-то неплохо, в принципе, даже зелки с архонами там троучами разменялись кое-как. Привет, Эвентмен. Вообще собирался в Питер, но я был на военно-морской салон, заезжал в то воскресенье. Хотел и в это на стрижей попасть, но мы уже на Макс поедем через пару недель, даже меньше, чем через пару недель, поэтому, наверное, в воскресенье не поеду, тем более, что будет интересный турнир, очень там мастер Колизей, интересная группа, постримлю его. Вот, и... Соответственно, наверное, не поеду. Пили-пили выдержал, ну что он выдержал? Здесь золото уже. Тут уже гидра попёрла, в общем-то все ясно здесь. ГГ. Так, на месяц. Ну, можно до конца стрима было выпилить его, фиг знает. Ну, он уже как бы один раз выпиливали его. Так, что-то пока хост я не наблюдаю. Прыгаю в игру. Сейчас
Сейчас игра стартанет, что-то у меня чай совсем попер. Прям жестко надо будет отойти на секунду. Так, вторая карта, 1-0 ведет Тудминг. Сейчас, ребят, тут ФП и на минутку отлучаюсь. Вот, и продолжаем и смотреть все. Так, все, я здесь, ребят. Продолжаем смотреть. Кунг-фу Кап. Пили-пили против Тудминга. 0-1 проигрывают уже. Ну и тип стенки с выходом вот сюда на третью. Здесь, видимо, полностью все закрыто будет. Потому что два направления, два прохода держать, это, ну, бессмысленно. Протусу. Тирану-то можно депошками закрыть, допустим, поднимать их, опускать, а Протусу такой возможности нет. Поэтому либо принцип стенки, что она вот так стоит, и можно и сюда спуститься, и туда идти, либо здесь полная застройка, сюда выход. Некоторые здесь полную делают, на эту базу выходят, на третью. На этой карте вариантов много. Глубоководный риф карта у нас, и на 11 часах Тудминг Синизерк, на 5 часах Протс пили-пили красный он. Вот, Бо-4 здесь система, может быть счет 2-2, может быть ничья, соответственно. Но это групповая стадия, плей-офф в будущем только еще будет, естественно. Вот. Очень что-то быстро кончился этот ВСЛ. В хлам разгромил Innovation Su. И очередное второе место вообще. Так. Так и Ниду на ремастер это не делал пока предзаказ. Почему? Потому что не было в онлайне денег. Вот, плюс... что спешить? Вот, во-вторых, еще был разговор о том, что будет какая-то делюкс-версия. Как бы. Но это так, зритель какой-то в чате говорил. Возможно, ничего такого и не будет. В принципе, ты его... Вот, хороший контроль адептом. Собак пили-пили, минуснул. Будет ли двумя вперед идти? Судя по всему, нет. Плюс два барака. Кстати, стенка такая интересная, с жирными зданиями получается здесь. Единственное, что вот как-то может быть этот барак наоборот сюда выдвинуть, а этот ниже поставить, чтобы вот здесь пространство больше было. Вдруг сюда фотонки добавили. В принципе, место есть, сюда можно фотонку добавить, сюда, сюда, как бы тут обнести. Если это необходимо будет, хотя я редко последнее вижу время такую необходимость. Тем более на этой карте. Если пушить и будут, скорее всего, третий некс просто пушить будут.
Так, хорошо, тут крипту гонит расставляю. Я не понял. Две королевы без спорки, что пили-пили боится-то? Где уж харасить, кроме как две королевы без спорки, я не знаю. Оракулом что-то хитрейшим образом там облетает сейчас. Пролетел, даже дэмэдж не врубил. Ну, второго ждет оракула. С двумя уже можно, да, под двумя королевами вообще дел наделать много. Очень даже. На третью базу полетит. Очень что-то долго пили-пили летает. Надо куда-то уже лететь и наносить удары. Или, блин, мне этого вообще не делать. На вторую полетел. Ну, что это за канут? Что-то летает зад вперед. Прилети, сделай что-нибудь, либо вообще... Блин, ну двумя-то оракулами, что здесь бояться, не понимаю. Странное поведение, честно говоря. Я не понимаю, почему вот именно так действует пили-пили. Он просто не боится отдать оракулов. Зачем две штуки было строить? Летал бы спокойно там одним, контролил бы, да и все. Здесь уже собаки камни начинают грызть. И здесь очень популярная последнее время билд. Какой? Гидролинга пуш очень-очень ранний. А пили-пили... Так. Ну давай хату будем бить оракулами, да? Королеву пробивает пили-пили. Здесь еще одна королева появляется. Тоже можно сприть, кстати говоря. Что пили-пили и делает. Оракул каким-то образом умудрился отдаться там вдали где-то. Три дрона потерял пили-пилич. Но оракула одного отведет. Сейчас феникс овера зашатает. Ну вот гидра поперла уже. Надо заметить фениксом гидралиск. Пили-пили этого не видит в принципе. Понял ли он, что это пуш сверхранний? Думаю, что должен. И у него билд через два роботикса, то есть масса мортлов в начале, плюс добавление, потом глеф, там чаржи и архонов. Мне кажется, что это билд провальный против вот этого. Не то, что провальный, но и мортлы ни по кому бонус не имеют. То есть тут архоны нужны какие-то, не знаю, чарж там на зелков. Глефы на адепт, тупо адепта глефы, просто масс адепты это отобьют значительно лучше, чем вот такой вот микс. Но с другой стороны, иммортал жирный юнит, и с филдами это можно отсидеться, тем более, если есть оверчажи, пилоны. Так, вот пошла атака. Нахрена такой дальний оверчаж-то ставить? Ну, бред вообще какой-то, зачем так делать? Не понял, зачем пили-пили такой оверчаж, тверда они ставят, вот же этот пилон-то прикрывай. Непонятно мне, короче, эта политика со стороны пили-пили. Пошел давар. Оверчаж можно выставить и на нижний пилон еще. Судмин давит гидро или гидролингами. Оверчаж больше нет, пилды идут, и морклы падают. Вот то, о чем я говорил. Гидра слишком ДПСит жестко. Надо было сразу. Зачем три пилона было ставить? Раз, два, три оверчажа поставил. Ну, два, а потом еще один. Протянул бы время некоторое. Но микс все равно ущербный против этой гидры, вот этот вот с морклами. Чаржа нет. Без чаржа зелки не допрыгивают вообще, минусуются. А иммортлы, ну что эти иммортлы могут делать? Ну, по двадцатке выдают, как бы, ладно, построучи были бы. Так, еще один оверчаж есть. Сейчас третий иммортл выйдет. Вышел сразу, удар попал. Сколько гейтов, кстати, пили-пили? 6 гейтов, но этого не хватает. Вайлайт бы пораньше, вот здесь нужны глефы были адептам пораньше, и адептики, видимо. Зелков минус в чем? Они идут вперед, и их уже не отвести, они падают. Адепты с имморфами, с центрями, то есть там все рейнджовое, филдов поставил, часть отжал, и адептов, ну как бы они не будут отдаваться, они хоть с, с дальнего расстояния будут стрелять. Ну вот не вовремя понял пили-пили, судя по всему, что здесь происходит. Так, ну что, третья карта нам нужна. Не знаю, может... Не, ну сервер, конечно, Азия для пили-пили не очень, но, в принципе, США нормально, наверное.
Прыгаю в игру. Так, ну что же. Третья карта. Пока что 0-2 пили-пили сливает. Нужно собраться. Нексус первый он в этой карте опять же ставит. Может, с Нексуса первого что-то получится сделать вразумительное. Пока как-то вот после того, как Армаду перестали играть, что-то упили-пили. Раньше он по ВЗ очень хорошо играл. Там труп катал частенько, много там в США играл. Так, все, стеночка закрыта, видимо, зелка не будет пили-пили строить. А у него и пилона нет, он просто Нексус ждет здесь. С Нексуса с этого, видимо, делать будет заказан. Или же будет кибернетку дожидаться и уже строить что-то из гейтов по готовности кибернеточки. По два рабочих на газе, кстати, на мэне. И точка сбора на вторую. То есть минеральную экономику пили-пили именно сейчас раскачивает. Здорово, Элю. Два адепта заказано. Может, двумя адептами что-то получится сделать. На мэне начинает добывать газ один. Сейчас на второй раскачает. Здесь минимальное количество рабочих построил. 7 в данном случае добывает. И Твайлайт попер. Адепты выйдут уже через несколько секунд. Собак можно минуснуть. Ну, сейчас Тудминг сар. Так, заметил пили-пили лингов? Видит лингов-то? Видел же? И мимо прошел. Вот дает. Тудминг забегает. Собаками все спалил. Файлайтс-то поставлен так, что самому не пройти. Поставь вплотную к Нексу или вот здесь где-нибудь. Ну, собачек-то минуснет, ты ж пили-пили. Хорошо, минуснул собак. Плюс 2 адепта, еще роботикс. Что в Твайлайте будет? Глефы пошли. Ну, глефы интересно, не адепта ли Олэн. Это, конечно, с Нексуса первого экономика очень хорошая. И, ну, заманчиво сделать такую тушь. Очень заманчиво. Thank you.
Так, иллюзии назад. Так, здесь и дронов строится. Еще у Пили-Пили. Ой, у Тудминга Пили-Пили уходит назад. Третий несу. Глефы почти готовы. Ну вот есть призма, то есть сейчас будет полет. Адептов на харас. Тудминг прибегает. Нексус запалит сейчас. И что он будет делать? У него третья хата. Четвертая, простите, уже хата делается. Лэр делается, коготь дома. Видимо, это линга гидробейлинги будет стиль. А адептами можно неплохо с этим стилем, в принципе, выступать. То есть, сейчас можно захарасить, например, прийти на третью базу адептами. А пили-пили и на третью, и на вторую залетает, и на мэйне призма. Ох, на третьей, и на второй. Нормально здесь адепты крошат. Ну, вот на мэй не отбился, на второй отбился, на третий отбился, пили-пили. Не идеально, мягко говоря, рабочий покрутил, но я бы сказал, 4 адепта на 6 дронов, так себе размен. Ну, идея была хорошая, но исполнение было, ну, не на высшем уровне, естественно. 88-82, лимиты тем не менее близки, только сейчас вот зерк серьезно по рабочим вперед выйдет, и вот эта пачка выйдет. Ну, то есть на стандартное преимущество пили, плюс 5 гейтов, плюс иммортлы, как бы и... Адепты Иммортлы будут здесь. Будет ли вот это пуш с энтрями Адепта Иммортлами? Пока вопрос открытый, естественно. Может будет пуш, может быть и нет. Здесь уже четвертая хата есть. Три дрончика пили-пили еще забрал оппоненту своему и потерял одного адепта. По боевому в плюсе 44-30 лимита, он в очевидном. Пошел выход на двух... Так, два Иммортла, третий идет вперед тоже. Гейты сейчас откроются через некоторое время. Здесь 4 достраиваются, здесь вот. Получается пятый. Так, ну Ченджинг Силнагу законтролил. Чуть пили-пили армию свою расплетил. Ченджингом Тудминг все прекрасно видит. Гидра, покатухи Беллингом пошли. Нужен варп. Сентрей достаточно много, но... По-моему, могло бы их быть и больше. Даже 9 гитов. А где 9-й-то? Так, 3, здесь 6. Да, 9 все-таки гитов у пили-пили. Даже не 8. Тайминг хороший. Даже Беллинги еще не готовы сейчас у Тудминга. Пили-пили заходит, 119, 111 по лимиту. Пошли филды, филды хорошие. Здесь собаки отдаются. Здесь гвардианам против гидры с энтри с адептами затанковывают замечательно. 113, 104. Гидралиски по очереди все подстраиваются, выходят. Беллинги все падают, королевы падают. Похоже, что это 2-1 счет, потому что ну здесь уже зергу ну никак не выиграть. Я не знаю, как ему выигрывать. Здесь еще и Мортус прироста зашел. Нужно законтроливать ему, бы правда, пили-пили, не контролят нифига. Но здесь все понятно в этой игре. Потери просто, ну, в пользу. Два раза Гэйт пишет Тудминг. Как-то так. Четвертая карта, еще в ничью можно вывести. Так, ждем четвертую карту, ребят.
Так, нужно в игру. Так, все, ребят, погнали. Четвертая карта, можно в ничью сейчас свести, еще 2-2 сыграть. Так, ну что, ребят, тут у нас ранее роба отпили-пили. Блять, здесь стенка. Вот здесь застройка получается, здесь проход у нас. Какая-то странная застройка получается. Второй гейт добавляется. Короче, призман плюс адепт плюс центряс сейчас полетит. Здорово, а вас?
Слушай, ВСЛ финал до 3-0 досмотрели. С четвертой карты уже ушел я, как бы, ну там 4-0 в итоге. Ну, запись должна быть, как бы я пока не выкладывал. Здесь какой-то пуш пошел, посмотрите. На королевах. Плюс роучи, линги. Очень интересно. У пили-пили нету глеф. Но есть плюс 3-4 гейта в заказе сейчас. То есть он собирается, я так понимаю, встретить этот куш просто маздаварпом. Ну и в принципе здесь отбиться можно достаточно легко, как мне кажется. Лимиты близки. 20 лимита боевого разницы. Королевы пришли, но почему-то дальше-то тубинг не идет. Че королевы здесь стали, вот непонятно. Пошли филды. Имморталы под ударом. Имморталов бы отвести. Отвел пили-пили двух эмов. Они будут регениться. Дропается третий. Нужны новые филды. У Сентри энергии очень много. По лимиту уже в плюсе. По рабочим в плюсе. Похоже, что пили-пили здесь отбился. И вот этот куш не зашел абсолютно. У Тудминга надо добивать его. Идти и брать победу в этой карте. Так, 7 гейтов. Ну, все, пили-пили идет добивать, ребят. Уже. Здесь точно. И похоже, что должен добить. Он обязан добить. Боевого лимита одинаково. 7 гейтов до варп гигантский. Саплай блоков нет, ничего такого нет. Ну, немножечко задерживаться здесь стало. Обсервер бы нужен был бы, конечно, с этим выходом, чтобы крип еще почистить. Чуть я не понял. А, дома сталкеров, да, вар, плюс дестабилизаторы пошли. Ну, твайлайт-то нет, я не понимаю, смысл тянуть вот в этой ситуации. Ты отбился от улына такого жесткого, у тебя 7 гейтов, почему он как бы стоит-то, не понимаю. Так, продолжается харас. Королеву забирает. 1-1 милишные грейды, ребят, здесь у Тудминг. Блин, ну, кстати, Тудминг лимит такой опасный накопил. Упили-пили только сейчас пошли. Я не понимаю, зачем-то он еще блинк первым делает, когда столько адептов. 200 лимита, вот какой смысл с 200-то стоять вообще здесь? Не понимаю, какой смысл стоять здесь. Здесь еще тут пили-пили решил проиграть, что ли, эту карту. Сейчас, если зерк до 200 дойдет лимита, то... дестабилизаторами, вот этими негрейженными юнитами будет, ну, очень тяжело драться. Здесь просто делай глеф и, блин, иди убивай. Блин, это хорошо, но он дольше делается, все дольше там, и это печаль полная.
Так, пошел в атаку, пили-пили. Филды, конечно, хорошие, но он сам зажат, и фаерболы проходят по нему просто великолепно. Блинка нет, глеф нет. Короче, то, чего я сейчас и боялся, собственно говоря, сейчас и произошло. То есть пили-пили пришел и развалился просто в хлам. А здесь 4 базы, блин, и я не знаю. Нет, еще пока с такими ресурсами шансы есть, но это очень печальный сейчас был выход, конечно. Наипечальнейший, я бы сказал, выход какой-то это был. Реводжеры атакуют очень активно. Дестабилизаторов строится очень много. Пошел чарж. Сейчас плюс 2 уже доделает ступили пит. Нужны, не знаю, архоны, нужно о четвертой базе думать. Кончаются ресурсы-то уже все. Так, Дарк залетает на мэн. Здесь оверсир есть, как бы, ну, о чем тут разговор. Здесь ничего не сделать. Собаку одну подрезал, уходит. Ну и, блин, дестабилизаторов этих микс, он очень контролезависимый. И против 89 собак, которых Тудминг строит, ну это вообще чушь полная. Там архивы темпларов пошли. Там Дарка пили-пили слил, у Тудминга уже четвертая хада. Здесь дистанс майнинг пошел. Я вижу 6 оверов для дропа. Это куда? Просто на мейн собак и интересно, или бейлингов вот сюда на это все дело. Кстати, дестабилизаторов дропом сверху вообще законтрить можно просто в хлам. То есть, смысл этой игры был в чем? Пили-пили отбился от супер жесткой агрессии в начале. Вот, и... вместо того, чтобы пойти убить, сделать быстрый грейд на какой-нибудь чарж там с архонами или глефы, он начал какую-то мут делать, 200 лимита было, летал призмы и харасил, какой-то блинк делать бесполезный стал апгрейд. Вообще, зачем там блинк? Вообще, самая чушь вообще было апгрейд блинк в данной ситуации делать. И в итоге вы видите выход. Я сейчас пили-пили этим выходом, не разрулит здесь ситуацию, в хлам не убьет оппонент своего Тудминга. Хорошо, кстати, дестабилизаторами попадает. По бейлингам, по всем юнитам. Белки, правда, вперед идут. Хорошо пили-пили, очень попадает. Хорошо, лимит в плюсе. Хату сейчас убьет. Ну, посмотрите, сейчас мейн будет потерян, возможно. Ресурсов здесь для доварпа нет особо. На кот сюда архонов пару варпануть, и там может поможет. Зилки на мейне плюс дарк напрягают. Оверсиры подходят, оверсир разрулит. В это время пили-пили заходит на третью хату. По лимиту плюсу здесь... Так, Кузьмин пишет ГГ, потому что верчажа, и там он не может микс этот отбить. Это печаль полная.
Так, не знаю, какая следующая пара, ждем. Так, мейджор против Ниба дальше будет, оказывается. Скарлетт по репке будет матч проходить. Четвертым матчем вот так вот у нас, ну что же. Так, сейчас я позвоню, ребят, погодите. Так, все, я здесь.
Так, пошел инвайт, мейджор против Ниба, ребят, будет. Арм01 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: начнем поддержонский день. Спасибо, Арам. Так, ну что же, не против мейджора, следующий матч у нас, погнали. Кунг-фу Суперлига. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. ТСМ готов. Улучшение командного центра завершено. ТСМ готов. Так, спасибо еще раз за поддержос. Так, ну КСМчик был демедж без двух ударов погибает, ребят. Пилон Гейда сник с кибернетчика у Ниба был, а здесь билд был, получается, в через газ-барак, в факту, в старпорт, в дроп-минок и в ЦЦ-ху. Ну, то есть газ-барак Марики ЦЦ-ха. Угу. Минка всего одна у... Мейджора, он же спешл. И после минки строится сейчас циклон. Интересный такой билд. То есть сверхоборонительный какой-то против оракула. Здесь Марик стоит таким образом, чтобы
минку было не видно. То есть, если от оппонента смотреть, тут он прилетит, и Марик скрывать будет вот это вот на местности Vision. Как, ну, то есть, темненькое пятно это, и будет тяжелее заметить. Интересный выход пошел от мейджора. Без тимпака, без всего, даже я не вижу перехода пока. Ну, сначала концентрация здесь, собственно, на выходе на этом идет. А потом уже стимпаки там и все делается, видимо, по вот этому билду. Но выход-то мощный. 12 мариков, 20 клона медивак, еще и викинг есть, который, по идее, оракула должен сбивать. Оп, циклон едет сейчас, бах, и будет заблокирован. А ведь циклон даже один здесь, на самом деле, очень-очень важен в этом пуше и... Опасно, опасно. Ну, либо ни Глеф, ничего нет с другой стороны. Ну, здесь, в принципе, ему особо и не надо-то. Фениксы в тылу начинают там харасить. Опасный врыв. Пилон, если сбить сейчас очень быстро, может неплохо все получиться. Пилон надо сбивать. Я не знаю, тянуть мейджору время здесь я смысла не вижу. Если он хочет действительно пушем этим что-то сделать, то... Ну, не надо здесь время тянуть ему ни в коем случае. Так, циклон сейчас будет зажат. Нужно было сразу же мейджору пилон пытаться пробить и циклонами именно втанчить, и потом продолжать пуш. Ну все, не пробит пилон, и в итоге пуш забуксовал, этот третий Нексус добывается очень хорошо сейчас, и... Все прекрасно, в общем-то. Ребят, пуш не удался, три Нексуса прилетает, оракул, все, печаль вообще. Сразу же. Так, пошел еще инвайтос.
Так. Вторая карта, ребят. Мейджор против Ниба. 1-0 Ниб ведет. Так, с цеха морфится, ребят. Так, Сминка Викинг Марики у нас тут. Примерно то же самое, что и в предыдущей игре было у Мейджора. Если вот сейчас он Циклона заказал бы, так вообще то же самое. Но нет, он бараки делает, и это переход в био будет очевидно. Сейчас две лабы пойдут под бараки. Будущий. Потом факта со Старпортом реакторы будут добавлять. У Ниба же через Оракула бил сразу в Фениксов получается. Пристройка завершена. Брать с дороги! СМ готов! Так, что-то тут мейджор законтролился. В центре ему минки подрезают, он бараки и не сажал некоторое время. В принципе, все равно стимпак будет позже гораздо щитов. Здесь два реактора и на факте, и на старпорте. Кстати, два марика вот так вот с викингом как-то хрен знает. Тут можно минку минуснуть вот здесь вот, не почему-то... Не спешит делать с тремя фениксами уже. А, энергии у феникса не было. Вот почему он этого не делал. Так, секундочку, ребят, сейчас отвечу. Кому навешать? Пошло, поехало. Ваше лайшение завершено. Брось с дороги! Кто-нибудь вытащит меня отсюда!
Месторождение минералов в... К бою готово. Бегом! По-взрослому. Так, извиняюсь, ребят, звонок был. Срочные, ребята. Ну, тут продолжается давление от мейджора. Очень жесткий прессинг идет. У Ниба исключительно Феникса. Так, Феникса Адепты Микс. Грейды делаются. Здесь отступает мейджор назад. Ну, прирост отвел. С ней пытается рассечь прирост. Здесь есть минки. Здесь есть два либератора. Минки вперед поперли сейчас от мейджора. Копаются медиваков 4 штучки. Это немного, но в принципе достаточно энергии, если всеми не стимится. Тут как бешеными мариками этими. Вот. Ну что, прирост сзади подходит. Либератор есть, минка здесь. Так, минка неплохой залп делает. Марики что-то сливают. Здесь либераторы тоже сливаются. Оставил здесь все без прикрытия. Но с другой стороны, что здесь адепты сделают? Здесь минки, как бы, и либераторы, они по воздуху вообще не бьют. Вот. Так что дело такое. Мейджор очень хорошо сейчас дрался. Нужно прирост сюда пытаться подвести, но какой прирост, когда, черт побери, адепты там уже в лоб мейджора самошатают. Либераторы все потеряны, продолжать давление под туретки выманивает фениксов мейджор. Фениксов минусу 98-105, боевого на двадцатку мейджора больше, да похи не успел закрыть, что за ошибки-то такие? Так, либератор разложен, био здесь, вот что значит. Вот почему я говорил, не ставьте здание в стенку никогда вот так вот за тирана, блин. Юниты тупят, знаете, часть не дерется вообще здесь. Нип дома вроде как отковырялся, но у мейджора в атаке боевого лимита не остается. Если вот он этот потеряет свою вот эту застройку, то все, там уже ничего ему не сделать будет. Причем Нип еще и Нексус на золоте здесь хитрец строит. Так, сталкеры туда-сюда ходят. Передроп на мейн планирует мейджор сделать. Экономики не осталось. Это последние действия, которые он может сейчас сделать. Успешные, в принципе. Потому что потом уже шанса точно не будет. Три медивака прилетает, но ведь все эти юниты без лечения практически останутся. Сталкеры заходят. Не, ребят. По 4 сталкера здесь. По 4, точнее, либератора. Вообще тут ничего не сделал. Так, уверчажа будет убит. Адепт телепортирует. Сталкеры на муве проходят наверх. Жестко, конечно, либераторы сталкеров здесь крошат. Но все равно сталкеры разберут. В это время мейджор пытается Ниба развести на третьем Нексусе. Приходят адепты, получают залп от минок. Здесь позиция ущербнейшая у адептов. Как же дерутся юниты мейджора замечательно. Но все равно лимита не хватает, экономики не хватает, а в первую очередь здесь еще и лечения-то не хватает на медиваках. Энергии нет, и
видите сами, что творится. Минка сделал залп, а Фержер сбит, ну 106 на 65. У Нибо еще он, смотрите, что здесь. Кстати, это Мазер Шипкуром, он сюда рабочих телепортнул. Вы видели телепорт назад, это он назад вернулся, получается. Но хорошая игра от Нибо, Мейджор какой-то странный, то есть он пытается как-то заулынить, ну, пушки-то делать, не играет макро с Нибо. Не дропается как-то, пытается в лоб давить вообще. Так, ну что же, пошел инвайт, ребят, третья карта, последний шанс за ничью зацепиться сейчас есть у мейджора, есть, или он проигрывает. Вот, ребят, всех приветствую, на рекламку буду сейчас пильнуть, пильну рекламку, потом, естественно, будет продолжение стрима. Ну а вы отключайте отлоки, подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал, естественно, по реквизитам и сани через плеер. Здорово всем и на Твиче, и везде, ребят, людей много уже. 330, 180, там 500 человек суммарно уже нас, там и там. И это хорошо. Напомню, что еще Хэс. Найс будет матч тайваньских игроков. И будет еще Скалет против Чик матч. Сегодня Скалет Чик по реплеям, но никто не знает результатов, как бы, ну, помимо них и еще кого-то. Вот. Так, пилон гейтгасник с кибернетчику Нип делает сейчас.
Так. Ну тут они в мейджор играют примерно то же самое, что предыдущие карты. Рипер в реактор на бараке, факту, в факте, видимо, минка, а потом что, пока непонятно там будет далее. Пристройка завершена. Акира поддержал ваш канал на 574 так, рубля спасибо, и сообщает поддержонс. Спасибо большое тебе за поддержонс. Короче, здесь продолжается движуха. Оракул прилетает, оракул минусует. Мейджор сейчас оракул. 46-30 по рабочему, это пуш. Сейчас пойдет пуш, очень серьезный такой. Что есть у Ниба, давайте посмотрим. 4 адепта с энтря, оракул строится. Твайлайта нет, только Старгейт у нее имеет место быть. А здесь уже минка вкопана, то есть сейчас танки придут вот сюда, прям разложатся, будут простреливать не только минеральную линию, но и Нексус, надо вперед их заводить сейчас. Да, что и делает, кстати говоря, Мейджор сейчас. Танк приходит, раз, за камни ставится. Второй тоже за камнями находится. Даже до пилона танчики достают. Еще пилон номер один упал. Замаз... Тут что боится? Укусни-то его, сразу проблем меньше будет. Ну, викинга побоялся потерять, видимо. Прессинг очень хороший, кстати. А ой, филды какие хорошие со стороны Ниба идут. Но Мейджор скрылся сейчас дальше. Ну и все сейчас. Так, Ниб на муве просто сливает Мазершипкор. Это был фейл, безусловно. Третий танк от Мейджора уже приходит. Он сиджится на ХГ. Но есть грелка, которую, правда, моментально викингами можно забрать. И забирает ее Мейджор моментально викингами. Танчики пытаются Ниб закрошить, но сверху и викинги сели. Один танк выживает. Викинги по чуть-чуть разваливаются. Все, викинги минус. Если было бы грелка еще одна в продакшене, можно было бы нормально все сделать. Но Нексус упал, и грелки нет в продакшене. Ни хрена тут нет в продакшене. Здорово, Кос 86. Айкерич, спасибо тебе еще раз. Большое. Всем спасибо за поддержку. Сейчас нужна, конечно, очень, потому что ну, в июле будет перерыв, когда на Макс уеду. Вот.
81-85, НИП не сдается, ребят. По рабочим чуть в плюсе даже ставит Нексус 3 в другом направлении сейчас. Здесь 3 ЦЦХ от мейджора, туреток нет, ни хрена нет, ему. Ну то как так беспечно? Видел же Старгейт, понятно же, что Оракул может прилететь. Туретку ставить чрезвычайно поздно. 4 Марика все в наличии есть. Оракулу можно их спокойно развалить. Но НИП не обращает внимания на Марика, он просто рабочий ждет, сейчас и ждет. Вот на мейн надо было полететь, видимо. Мог бы сейчас и Мариков сжечь. Все здесь мог бы им сжечь. Мейджору можно сложиться, уже отступить, на самом деле, отсюда, мне кажется. Но преимущество, как по мне, у мейджора небольшое есть все-таки. То есть у него... Хотя 3 цеха он там орбиталку не делает. Здесь уже юнит все больше и больше. Рабочий есть. Нексус здесь восстановит. НИП, вообще все нормально будет. Атакована. Пристройка завершена. Месторождение минералов выработано. Улучшение командного центра завершено. Улучшение завершено. Так, 3D кофе здесь на рампе. 4 танка бью. О, нет, тут микс хороший у мейджора, спора нет, танчиков очень много. Стима все еще нет, адепты продолжают наваливать, глефами-то они наваливают, будь добр, но без плюс один они. Туретки как-то странно, блядь, все мейджор поставил, на мейне туретки нет. На 3-й туретки нет. Здесь поставлены, вот, ну, вот видите, как она стоит. Здесь бы ставил бы. Вот Оракул сюда облетит, с газа все заберет. Легко вообще. Привет, Норда. Где они там готовятся? Понятно, что готовится. Стрижи вообще, он в Питере будет 7-9 выступать. Сейчас очень много в этом году. Этим летом просто нереально в России мероприятий с авиацией много. 23 сентября еще в Кубинке будет какой-то, о котором я... Да, до этого неизвестно. Про армию России известно было, а вот 23-го нет. Короче, продолжается, ребят, прессинг. Призма минус, хлам просто мейджор ушатывает. Ниба, куда он поломился, я не знаю, короче. 4-я карта нужна нам. Ну что, 4-я карта нам нужна. Кина вытеснил тут. Перестановка тут происходит у нас. Месячным подержонся. Что-то я намонстрил, короче, сейчас посмотрю еще раз. Да Ким-то никуда не денется. А я его убрал. Йо, спасибо, пацаны, всем еще раз, очень приятно.
Ну, паки, паки будут на... На максе. Два один, ребята. Нипо, ой, этот пили-пили, проигрывая 0-2, чудом умудрился сравнять счет. Мейджор 0-2 тоже летел от Нипо. Сравняет ли он счет, сейчас вопрос. Модели. У меня тоже были маленькие модели, когда маленький был, но их мама клеила больше, по большей части. Вот, но они все поломаны сейчас, короче. Вот. Думаю, может опять заняться, но, блин, их надо хранить, короче, они все хрупкие такие, это жесть вообще. Так, прошу прощения, что-то я тыкаю. Улучшение командного центра завершено. Смерть на пороге. Так, ребят. Реперочек харасит мейджора. Прокси факта, прокси старпур. Дроп минок, соответственно, будет. Рипера адепт вот этот вот поймал, но у него одно убийство есть, получается, как бы. Ну, а здесь цеха, все стандартно дома, кроме барака ничего нет. Нип. А, не прокси факту-то видел, посмотрите, у него уже роба. Но он думает, что это пуш с циклонами, то есть он не понимает, что это минки. Но один фиг, роба есть, а в сервер быстро подстроится. Приходят адепты, вот минка одного сразу же минусует, второй сплэшем получает урона некоторое количество. Еще одна минка заходит наверх, адепт копается, заходит еще минус адепт. Ну что ж, неплохо, неплохо, мейджор. Но это ничего пока не значит. А в сервере нет, только-только сейчас оп добавится. Мазеркур есть, у него 50 энергии всего лишь, как вы видите. Все энергии мало. Ну и что тут минки сделают? Кстати, одна минка еще на кулдауне, только одна сейчас закдешилась, я в этом абсолютно уверен. Врывается мейджор. И что дальше? А в сервере есть, надо ли сюда дропаться? Не, не надо, подумал мейджор. Улетает, но только медивак-то надо контролить. Марики выдвигаются вперед. Циклон плюс танк сейчас делается. Минки не стало давать. Минги будут помогать вот этим ребятам пушить. Здесь будет бункер заказан где-то вот здесь. Вот и танчики разложатся с либераторами. Чем Нибу ответить? У Нибы и зданий один барак и одно робо. То есть вот он барак, робо и выход технологии идет. С него прироста нет. Вот сейчас только второй барак сейчас добавляется. Скан идет. Мейджор просканил обсервера. Сбил сейчас. Танчик сейчас будет, плюс марики, плюс это все заходить будет активно вперед. Либератор где? Либератор на мейн в наглую залетает. Здесь три сталкера плюс иммортал. Не, ребят, три сталкера и иммортал призму. Как так быть-то тут? Кстати, оверчаш-то достанет до либератора, я так полагаю, вот с этого пилона. Мейджор сливается там в мясо. Да, достает оверчаш. Еще один оверчаш, который не убивает либератора. Надо улететь и отчинить его сейчас как можно быстрее. Минка падает, очередная. Вычинивай, КСМ-ка-то есть. Что ж ты делаешь, мажорчик?
Чиника, СМ-ка есть. Танки в сич. Либератор разложен. Отогнал, скан пошел. Ну и что, призма здесь есть, все контролится, все прекрасно. Даже тут сколько? 3 КСМ-ки быстро вычинил либератора. Ну и продолжается здесь врыв наверх. Ну и танки не достают здесь до вершины. Надо вот как-то сюда их перевести, я не знаю, или как-то наверх заводить. Тут очень тяжело мейджору будет зайти, тем более призма у оппонента есть. Вот его опцион в тыл может завести юнитов спокойно. Викинга, кстати, мейджор подстраивал. Или ошибка? Не, он, по-моему, ничего сейчас не подстраивал. Короче, викинга не... А, еще и дестабилизатор здесь у Ниба есть. Такая щекотливая ситуация. С одной стороны, если мейджор будет идеально пассивно здесь действовать, то тогда он сможет Ниба отогнать. С другой стороны, дестабилизатор есть. Много чудес есть. АЭ по марикам прилетело. Не идеально, но прилетел. Бункер пошел на ХГ. Либератора надо дальше подводить. Делает это мейджор. Ну, как-то, по-моему, маловато. Он вперед его разложил. Так, только 8 мариков осталось. Здесь танк не достает. Четвертый танчик приезжает. Либератора дальше. Веди, что творишь-то. Мажор. Чик, мажор. Чик. Перераскладывается сюда, чтобы уже вторую базу прессовать. Пилон достает. Да, достает пилон. Мазер Шипкор сзади прилетел. Все, пилон падает. Гейт отключен. Залп по танку. Не достал. НИП немножечко не рассчитал. Буквально миллиметр какой-то. Здесь залп по бункеру. Бункер жив и КСМ-ку не сбрил. Как так? Вообще непонятно. 86-104. По лимиту НИП впереди. Делает глефы. Гейты есть. Но тут как-то мейджор он дал здесь разложиться, что просто нереально, блин. Смотрите, танков очень много. Сейчас еще и бункеры будут. Либераторы тоже имеют место быть. На вперед бы их как-то подвести бы, видимо, я не знаю, этих либераторов. Третий уже либер прилетел. И в итоге НИП, такое ощущение у меня, что затянул с перебором. И тут не додавить будет. Пошла атака, прям с рабочими менеджер идет вперед. Дестабилизаторы стреляют вообще в молоко. Танков очень много, 5 штук, 6 было, 5 там оставалось. 4 в данный момент, 2 бункера плюс марики подходят. Это минус НИП, ребята, ТГГ 2-2. Как по заказу. Второе 2-2, камбэк причем такой. Ну что же, ждем продолжения. Сейчас я позвоню, ребят. Продолжение будет прямо сейчас. Это будет Найс против Хэза. ПВП.
Так, все, я здесь, ребят. Скарлетт против Чика. Баббл — это Чик такой, игрок китайский. Вот, насколько я понял, это все по реплеям будет. Ну, вообще говорили, что четвертой картой на самом деле будет это все четвертым матчем проходить. Но почему-то нет. Может быть, это... А, нет, там повтор был. Повтор. Все-таки это повтор, ребята. Я не обратил внимания, ну какая разница, результат абсолютно неизвестен, что и как. Так что ждем. Пристройка завершена. Так, ну что, ребят, погнали. Ну что же, ребят, пока что две предыдущие пары сыграли со счетом 2-2. Пили-пили с Тубингом и Нип с Мейджером. Скарлетт бьется с Чиком, здесь по репкам, но результат неизвестен пока вообще. Вот, Скарлетт просто бьется в другом турнире в данный момент. То есть они сегодня сыграли чуть раньше, как я понял. Вот. Гумихо, кстати, Бьяна одолел, будет в финале быстрее ТВ Старлиги играть. Вот такие вот дела. Какую-то точку поставил, что это за точка, непонятно. Три барака, старпорт, факта на реакторе. Какой-то интересный билд здесь от Чика. То есть и на факте, видимо, гелики будут. То есть это Хелбата, Марика, ну био плюс все это, ну, плюс Хелбата пуш такой будет, судя по всему. Вот первые медиваки готовы. Куда они полетели? Не понятно, куда полетели. Ну да, идет пуш, ребят. Скарлетт против Чика. Очень много крипа, кстати, у Скарлетт. Есть Бейна, есть Королева. Много все здесь есть. Ну и, кстати, нету ни армори, ничего. То есть Хелбат пуша никакого не будет. Треть ЦЦха. Походил Чик, крип пошатал. Один криптумор в тылу, правда, остался у Скарлетт здесь. Но не знаю, будет там его убивать Чик или нет. Так, отменился здесь криптумор автоматически, получается. Здесь еще два криптумора Чик забирает. Скарлетт чуть не контролит, крип не прикрывает свой. Тут уже сверху очень далеко криптумор. Ну, здесь быстро Скарлетт восстановит все.
Так, королева минус, дрон минус. Так, две инженерки здесь получается строятся. Ну, крип шатая, чик-почт неплохо ходит здесь. Сейчас 1-1 грейды будет армори делаются, Чикс может 2-2 закатить. Ну, Скалет уже 2-1 апгрейды делаются. Причем это гидролинг и бейлинг. Стиль не совсем обычный стиль для ТВЗ, для ЗВТ точнее. Но сейчас зерги очень часто таким стилем начали отыгрывать. Скалет поймал там мариков пару штучек. Не пару, 4 марика где-то примерно поймано было. И рипер, по-моему, или 3 марика и рипер. Чик в это время минками харасит, залетает. Не показаны потери по дронам. 12 дронов, скажет, всю игру потерял. Не так уж много вообще. Не так уж много. Опять же Скарлетт Марик подгонять. Ну, третью ЦЦ-ху Тиран добывает. Микс у него будет неоднозначный. Био плюс пару хеллбатов плюс минки. Хеллбатов все больше строить не будет. 2-2 грейды делаются. У Скарлетт уже вторая броня готова. Четвертую ЦЦ-ху Скарлетт выносит собаками, но успевает эскейп все-таки нажать чик. И сам Харас пошел вообще. Очень опасно. Офигеть, чик тут КСМ-ок насливал. Просто 20 штук. Еще и последних сам на Беллинга привел. Короче, они все развалились. 133 на 181, но пока что выглядит все так, что Скалет, ну, на голову сильнее просто оппонента своего. Вот. То есть она контролирует игру целиком и полностью. Да, харасил. Пока все, что максимально, что сделал Тиран, это харас и крип чистил. Все. Никаких успешных других действий по контакту в лоб, то есть битве не было произведено. И похоже, что... тяжело будет вообще здесь что-то произвести. Так, вообще гидралисков 26 штук, 42 линга и 31 беллинг. И в отличие от других зергов, которые такой стиль играем, например, делают только милишные грейды, Скалет двух эволюшенов сделала, две брони уже, ранжовую атаку милишную, и сейчас вторые атаки делаются. И на собак, и на гидру. То есть 3 двойки сейчас грейды будут получены. Плюс сейчас вот хайв доделается, и будет еще грейдов больше заказано. Да, есть что-то беллинги, может, надо отменять их. Скалет отменяет, отступает собаками на крип. В это время на центре, говорит, движение идет. Гидралисков чик подрезал, 4 штуки, Скалет здесь криво контролил, сама гидра согрелась, вперед поперлась. Ведь долго Скалет бегает здесь, по-моему, уже давно надо драться было. На самом деле, когда у Тирана 200 будет, таким миксом будет не просто драться. Но с другой стороны, гидра хороший ДПС имеет. Если беллинги хороший урон нанесут, то и гидра зайдет. По-любому. Вот чик спускается вниз, пошла атака. Мародеры затанковывают. Беллингов пытается вывести вперед. Доходят беллинги? Да, доходят. Увертиры залетает, и дэмэдж самому Тирану от минок прилетает. Там сейчас очень...
Многие зерги так делают. ГГ. Орден Тарсона здесь получите. Распишитесь, кстати говоря. ЦСХ четвертую при этом чик занял, но как-то не впечатлило пока. Прыгаю в игру. Так, ну что, Скарлет 1-0, ребят, напомню, здесь бой 4 до... Может быть, ничья вообще. Так, турнир 2 на 2 на завтра, не видел. Так, Димага, браток, с корейцами, ничего себе там такая тема идет жесткая. А во сколько он будет проходить-то, кстати? Да, интересный турнир такой, можно будет глянуть, попробовать. Просто непонятно, как там будет все это проходить. Кто будет стримить там одновременно, ли будут игры или нет, вообще непонятно, нифига. Так, вторая карта здесь у нас. Факта на реакторе, барак, естественно, этот реактор построил. Барак и бумарик один построен. И все. И старпорт на лаву, то есть гелика, банши, я так понимаю. Третьих. А, кстати, крип-тумор есть, но... И крип наверх есть, но вижена нет, зато надо... Надо дать вижен и крип-тумор сюда пильнуть, чтобы соединилось все. И вообще по периметру здесь напилить мейна. Королева для этого Скарлет сейчас и подсвечивала. Вот. Естественно, как я и говорил,
Этот матч по реплеям у нас проходит, Скалет сейчас играет. Бейстрейтовый Старлигу. А я всех приветствую, благодарю вас за поддержос. Не помните, что просьба поддерживать большая очень. Подписываться на премиум, поддерживать меня и мой канал, естественно, по реквизиту описания через плеер. Прочь с дороги! Так, пошел сканчик, тут крип пытается почистить у нас. Чик. Кстати, у Скали стиль вообще без баланс неста пока что был. Опасно, чик контроля здесь, медивак на бусте. Ну вот он кончился буст, и медивак в итоге минус может быть, но нет. Это минус Скарлет, ребят. Смотрите, что творится. Прессинг с двух баз. Даже без щитов заходит просто великолепно. Причем на двух бараках даже реактор чик не успел запилить. Когда щиты доделаются, так вообще нереально будет здесь разобраться с этими мариками. Контроль хороший. Беллингами пытается зайти Скарлет сверху. Ну, может быть, на покатушках что-то получится сделать. Но 9 секунд еще надо продержаться, чтобы покатушки доделались эти. И уж некоторые фризы. Скалет отдает всех бейнов до покатух. Гидра поздно выходит. Чик разрывает все. Рабочие будут сейчас уничтожены наглухо. Это 1-1. ГГ. Не слабо.
готов. СМ готов. Так, ну что, полетел Мульчанский сейчас. Привет, УЗИ-62, здорово всем. У Скалет пул первый был, обратите внимание, и собаки прибегают сейчас резко. Чик вынужден Рипера отводить назад. Навстречу Риперу, да, КСМ-ка надо лететь. И еще собачек пачка побежала, причем делается скорость собакам, что самое интересное. И что же эта скорость даст? Да, эта скорость даст, что ЦЦ-ха точно будет отменена, похоже. Можно кинуть гранатку. Твои ЦЦ-ки 10 дэм уже прилетело в итоге. А собакам не так уж много и прилетело. Так, сейчас Марики готовы будут. Скорость через пару секунд доделается. Окружает Скалет Рипера. ЦЦ-ху придется все-таки отменить, похоже, вообще. За секунду буквально до готовности. Аникс, ты какой-то тормознутый сегодня. Я уже раза три сказал только за последнее время, что данный матч по реплеям проводится. Я еще в начале стрима говорил об этом. Вот. Скарлетт против Чика по реплеям, так как Скарлетт играет в плей-оффе. В плей-оффе другого турнира в данный момент. Так, здесь надо сагрить Мариков на собак каким-то образом. Потому что иначе как бы Скарлетт не реализовать будет вот этих лингов всех. Их 23 штуки. Марики спускаются вниз. Ужасная смерть их ждет. Собаки накидываются с разных сторон. Эти зерги коварные и безжалостные. Собачки разбирают сюда. Эпоху одну чик закрывает, а толку-то вторую-то не закрывает. Сейчас гелики, правда, выйдут. Они, конечно, отобьют лингов, но не без потери по рабочим в том числе придется здесь. И Марики все пойдут. Выгодная очень размен для Скалет. Абсолютно выгодный. Вот. Естественно, если достраивается на лоу хп, гореть начинает. У него же не прибавится хп до нужного, чтобы не горело само по себе. Но если нагрызли, что там со 100 хп достроилось, да, не горит, сразу вычиниваешь, да, как. Ну-ка, строится, оно не горит. Так, шпилю скалят, почти готов, а у Чика что? Новенького.
Так. Ну, Марики со Стимом, ну, Скалет, конечно, по лимиту по-боевому не меньше, чем у Чика. У нее уже почти по катушке готово. Ну, Беллингов-то ровно ноль на данный момент имеется. Зато есть плетка, много чего есть вообще. Здесь для обороны. Чик уже тут улынет с двух баз. Ну, он предыдущую карту с двух баз улыном фактически и взял. Ну, ска, по катухе доделываются, тут точно без шансов для Чика будет. Он стоит с ним, смотри. Все, по катушке готово. Можно и нужно просто вниз спускаться, что Скалет и делает сейчас. Муталиски летят вперед. Беллинги катятся вперед, ребят. Извините, что-то тут дернул маленький. Марики все уничтожены, собаки с мутой догрызают. Все, медиваки падают. Это 2-1. Просто в хлам. Ну, начало, конечно, такое провальное для тирана. Здесь ничего не поделать. Это очевидный абсолютно момент. Ждем следующую игру. Так, пошел инвайт. Так, ну что, четвертая карта у нас, ребят. 2-1 в пользу Скалет счет. Ну, конечно, Скалет здесь фаворит. После данного матча Nice Has мы посмотрим матч. Вот, PvP. На этом Кунг-Фу Кап будет завершен. Я так понимаю, сегодняшний. И можно будет посмотреть, например, шоу-матч, который будет проходить. От Гаунлета какой-то, я не знаю какой. Так, сегодня отборочный на Home Story. Насчет Home Story пока не знаю ничего. Короче, там мы разберемся. Также Scarlet Base Trade TV там турнир сейчас играет. В финале против Бумича, кстати, интересный турнир. То бишь, здесь по записи, короче. Хотя тайваньцев обещали чуть сейчас, но их нет, я не знаю. Может, тайваньцы задинамили все как бы и... Им да сейчас тех поражения дадут, а после этой карты, там уже финал будет посмотреть, где Скарлет играет, получается.
Так, ну криптуморы по сторонам поперли. Крип хорошо скалит, распространяет криптуморы на хайграунде, их поэтому не фокуснуть, как бы. Ну, они крип вниз будут распространять, тут с хайграунда на хайграунд можно запилить будет. Ну, на этой карте, где столько неровностей, крип очень непросто тянуть. То есть, если здесь будет все в крипе, это будет просто прекрасно. Рипер залетел, ничего подрезать не смог рипер благодаря контролю скалит. Ну где же 4 собаки, которые должны его срезать, по идее, либо, по идее были бы? Они бегут вперед агрессивнее сейчас. Прорваться в игру в Хоумстори точно не получится. Это факт. А вот... ну, тем более, это отборочные европейские. Порестримить, возможно, получится. Возможно. Не знаю. Может быть, буду занят немножко. Пока точно вам и не скажу. Так, ну тут движуха происходит, ребят. Есть армор, есть хелбаты, есть мариков 17 штук и еще подход. Точнее, здесь 16, плюс вот 17 сзади подошел, но он что-то драться не хочет, по-моему. Совсем хелбаты зачем-то за мариками стоят, убогий контроль со стороны тирана. Это вот почему они стоят за мариками. Ну, здесь пока что чит еще не закончил свой пуш. Это пуш двух баз, кстати, как и в предыдущей карте. Два барака, старпорт по медиваку строит, и факта строит по два гелика, все это едет вперед, все это хелбаты получают. Все, готово, готовы вейлинги ускалят. Вейнами надо просто взорвать хелбатов, либо часть мариков, короче, все будет прекрасно тогда. Да, скалит в легкую здесь отбивается, и думаю, что это 3-1 в ее пользу сейчас. Думается мне, что это 3-1 в пользу скалит. Но не уверен я в этом, если честно. Пошел скан, криптуморы выбиты. Нет, в прошлый раз из игры не было. Там Ривкин был, развонялся, короче, там типа, ну, и... Не знаю, короче, как в этот раз, наверное, так же и будет. Это в позапрошлый раз, может, так было. Так, идут сканы. Пошла последняя атака чика. Да давить не получается, скаля держится, но чик пока не слил полностью весь лимит, но у него по грейдам 0-0, бейлингов он не может никак расконтролить. Королев немерено, у них трансфьюзов просто столько, кажется, уже энергии мало, но нету, какой-то тогда находится на трансфьюз. Невероятная эффективность в итоге битвы со стороны скалит. И вы видите, что творится по потерям. Полтора раза выше у тирана, и это печаль вообще полная. Thank you.
Так, 2-2 апгрейды уже будут. Сейчас кто 2-2 доделается, это авто ГГ. Да и тут уже ГГ, даже если бы 1-1 было, видите, преимущество по лимиту. По катушке тут без шансов абсолютно. 3-1 в пользу Скалет. Одну карту Чик взял, как раз с базовым пушем каким-то. Заходит Скалет медиваки, зафокусил ГГ-нчик. Посмотрим, есть ли здесь на СХС, чтобы посмотреть последний матч двух этих чизерков тайваньских. Пока никого не видно. Вот они, может, сидят. Ну все, ребят, на СХС кончился. Делаю стоп-старт, брат, вас. 0 секунд ворвусь сейчас без задержки вообще. Ждите.